І щойно з'явилася оперативна інформація. Це заява СБУ, яка роз'яснила свою заяву, що ми розказали раніше. Вони тільки готують проведення антитерористичної операції. Тобто про початок мова не йде. Друзі, ну а завтра країни ЄС планують екстрене засідання міністрів закордонних справ щодо становища в Україні. За даними міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, до лікарень потрапило 263 активісти та 342 міліціянти. Більшість із вогнепальними пораненнями. Інші джерела повідомляють, що поранених активістів значно більше. Усю ніч наш Саша Джусупол чергував у одній зі столичних лікарень. І дізнався, чому активісти йдуть до медиків, а потрапляють до в'язниці. На часах почти 12, я на месте. Сегодняшнюю ночь я проведу в качестве волонтера, буду собирать информацию о пострадавших. Мне сказали взять блокнот, ручку и телефон. Жду инструктаж. Волонтеров собралось человек 30. Вот и организатор. Наше завдання – лише збирати інформацію. Нам потрібно максимально отримати списки людей. У нас є 4 фонди, які готові допомагати людям. Зараз ситуація в лікарнях дуже складна. Я зараз поділю по групах і поділю, хто в яку лікарню їде. Її звати Олександра. Вона буде формувати ці списки. Вам потрібно продиктувати прізвище, ім'я, номер телефону його, яка травма в нього. Нас розділили на 5 больниць, які активно приймають пострадавших майдановців. Скажіть, куди я їду? Ну, мы с вами едем на БСМП, самую тяжелую больницу. Если в те больницы, которые вот 4 мы отправили экипажи на 4 больницы, там как бы более-менее доступ есть, есть контакт с врачами, то на БСМП там есть блок, который закрытый. Лояльных врачей. Чувствую, ночь будет горячей. Не успели мы сесть в машину, как это подтвердилось. Команда волонтеров, уехавшая первая, уже докладывала: в больнице труп. Вам нужно помочь проконтролировать ситуацию, чтобы вы не вывезли из самой больницы. Мы на месте. На момент прибытия в 1:30 ночи уже... 32 скорых по нашим данным. Такого количества медиков на 1 квадратный метр я не видел ни разу в жизни. Они просто стоят в холле в полной боевой готовности. Некоторые уже 3-ю смену. Около 60 больных, пострадавших. Закрыты черепно-мозговые травмы, переломы костей, нижней конечности, верхней конечности переломы. Были травмы грудной клетки, множественные ушибы, мягких тканей. Вот это такие больные. Огнестрельные ранения были. Картина ужасающая. Каждые 10 минут мимо пролетают носилки с тяжело ранеными. Узнать, что с ними, без шансов. Состояние пациента. На наших глазах их везут в реанимацию. Мы видим, поступает новая партия пострадавших. 2 человек везут, по всей видимости, в тяжелом состоянии. Мы следуем за ними. И это самая дальняя больница от эпицентра происходящего. Центральные больницы переполнены. Людям оказывают первую медицинскую помощь и сразу же отпускают. Берегут места для особо тяжелых случаев. На 2:30 ночи общая ситуация такова. Уже более 1000 пострадавших, все больницы переполнены. Много людей с огнестрельными ранениями и много умерших уже. То есть много тяжело раненых. А прошло всего-то полночи и 10 часов с момента поступления первых раненых. Вот с какого момента начали основной наплыв? С 3:30. Да. В больнице достаточно волонтеров, и пока они заняты своим делом, я решил немного сменить курс и кое-что прояснить. На подъезде к больнице дежурит целый отряд добровольцев, который проверяет все машины, заезжающие на территорию больницы. Все потому, что... Скорая привозят больных вместе с милицией. И это не самое страшное. Есть же еще здесь медицинская тюрьма. Вам бы лучше туда поехать. Там она заполнена. Это во всех больницах такое существует? Или только здесь? Только здесь. Какая-то специализированная больница. По чудесному стечению обстоятельств, отделившись от всей толпы и проникнув на закрытую территорию больницы, мне удалось ее снять. Несколько милиционеров, уверенно петляя коридорами, привели меня к металлической двери с глазком. Учитывая, что журналистов уже давно не жалуют, я не рискнул подойти ближе. Но на обратном пути встретил врача, который пожелал остаться инкогнито. Он не только подтвердил мои догадки, но еще и рассказал важную подробность. ощущение, что это какой-то бесконечный кошмарный сон. И кажется, что вот-вот настанет утро, и это все закончится. Но, увы.